Александр Ткачев связался с Владимиром Синеговским и Виктором Хрестиным по телефону. Он поручил максимально оперативно сообщать об изменении ситуации, а также обратить особое внимание на социальные объекты, чтобы больницы, детские сады и школы работали в привычном режиме. В Новороссийске продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. В основном без света остались жители пригородных сел и поселков. Аналогичная ситуация и в Геленджике. В помощь энергетикам туда направлены бригады специалистов из Краснодара и Горячего Ключа. Александр Ткачев поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества в жилые дома. В социальные объекты, как сообщается, вода, тепло и электроэнергия подаются без перебоев.